Всем здравствуйте, вы на канале Дом Бобра. Пришла очередная посылка с сайта iHerb. Стандартная распаковка, как вы видите, еще ничего не открывала. Хочу это сделать вместе с вами. Оставайтесь на канале. Начнем. От California Gold Nutritions вот такие витаминки для женщин в составе 90 конфеток без желатина, глютена, со вкусом органических ягод и фруктов. Разработаны специально для женщин, содержит фолиевую кислоту и витамин D. И, я так понимаю, для поддержки щитовидной железы здесь очень хороший состав. Вот так вот он выглядит. Да, видим йод, хром, биотин, B12, ACD2 даже есть. Такие еще не брала, но это дочерняя компания iHerb. Я думаю, что все уже знают. Очень хорошая цена-качество. Противоугонка от детей. Давайте открывать, посмотрим. Вот так выглядят конфетки. Очень приятно идет запах из баночки. Что ж, будем пробовать. Пишут, что дозировка по 3 в день с едой, значит, у нас получается месячный комплекс. Ну что ж, отлично. Очень рада, буду принимать сама, обязательно расскажу. Из повторов беру не первый раз и себе, и племяннице вот такой отличный сироп от Натробио с вишней от кашля. Отлично помогает разряжать мокроту. Кстати, уменьшает и кашель, и заложенность носа, и боли в горле немножко смягчает. Полностью натуральный, гомеопатический. Ну, я увидела его эффект, мне очень понравилось. В составе тимьян, росянка, медуница, белладонна, бриония белая. Вот так выглядит баночка, я открывать не буду. Ух ты! Даже немножко что-то примялась баночка как-то. Очень спешила ехать. Баночка у нас пластиковая, но принимается хорошо. Я повторюсь, с вишневым вкусом. Очень вкусная. Содержит чуть-чуть алкоголя, но действительно лучше нашего и плюща, и лучше наших всяких амброксолов и так далее. Для детей просто незаменимая вещица. Пишут, что для детей от 2 до 6 лет 1 чайная ложка каждые 4 часа. С 6-12 лет 2 чайные ложки каждые 4 часа. То есть для деток от 2 лет. Присмотритесь, очень хорошая компания, кстати, но вот этот сиропчик просто бомба. Must have на какие-то уже межсезонья можно брать. Не забыла я о своей кошке. Уже брала ей такой комплекс для поддержки суставов. У меня шотландская веслоухая. Вы, наверное, знаете, что у них из-за проблем на генетическом уровне по поводу вот этих выведенных ушек страдают другие суставы. У нас пострадал хвостик и лапки. Поэтому я беру каждый год в профилактических целях. На этот раз взяла 120 таких конфеток жевательных. Кстати, это и для собак, и для кошек идет. Пишут, что больше 12 недель должно быть котенку или щенку, чтобы принимать. Но я даю по одной в день. Вот пока эту баночку она не съест, каждый день одну штучку. Видели эффект? Кошка стала более подвижна. Такие еще не брала, но, по-моему, это тоже марка iHerb. Сейчас покажу, как они выглядят. Пахнут, кстати, кормом. Предыдущая кошка нормально ела. В принципе, не надо было ничего подсыпать. Эти посмотрим. Вот такие штучки. Я, бывает, их разламываю на две, чтобы ей лучше было жевать и глотать. Ну, будем принимать. В составе, кстати, есть глюкозамин, хондроитин и юка, витамин С и Е. Юка, кстати, я не знала. Это пальма такая, снимает хорошо воспаление суставов. Животных пишут. Ну, будем пробовать, посмотрим. У нас суставы немножко воспаляются на осень. Как раз вот для профилактических целей и взяли. То, что виднеется от Алэй, я взяла вот такие пады, по-моему, очищающие. 5 в одном, здесь 33 штучки. Просто нужно добавить воды, они глубоко увлажняют, очищают. В составе есть, кстати, косточки винограда, экстракт. 5 в одном, то есть снимают макияж, очищают, это как и скраб, и тоник, и маска. Мне очень было интересно попробовать, давайте посмотрим. Интересная штучка, это прямо салфеточка, такая дырочку. То есть ее нужно смочить и протирать лицо. Я думала почему-то, что они кругленькие. И таких 33. Есть какой-то такой кремовый запах от них. Очень приятного качества, очень нежное. И чувствуется, что чем-то пропитано действительно. Прямо на пальцах остается. Ну что ж, очень удобная, скажу, вещь. Дорогу вот так в отпуск куда-то взять с собой. Классно. Буду пробовать, тоже обязательно расскажу в ближайших обзорах о косметике. Обязательно. Беру не первый раз вот такие конфетки от Zend, органические, это тропические, по-моему, фрукты. Был у меня с апельсином, сейчас закончились. Здесь 18 штук, очень классно смягчают горло, когда кашель, когда немножко
иммунитет снижается. Здесь в составе цинк, витамин С, которые, в принципе, направлены на поднятие иммунитета. Ну, и мне очень нравится этот вкус. Полностью натуральный, видите, состав, можно даже деткам давать. Все органическое. В составе есть сахар, это коричневый рис. То есть и манго, и банан здесь в составе. Эвкалипт. Сейчас покажу, как выглядят. 18 вот таких конфеток небольших. Ну и вот так это выглядит, леденцы такие. Они очень вкусные, я всем рекомендую, и действительно хорошо очень смягчают горло и дыхательные пути. То, что решила попробовать от Dove, и то, что у нас не продается, это такой скраб, гамаш для тела с киви и алоэ. Такой отшелушивающий состав для тела, питает, восстанавливает. Давайте посмотрим, быстрее откроем, очень хочется посмотреть. Очень нежный, приятный запах. Сама консистенция такая жидковатая. Давно у меня не было подобных штук. Так, скрабирующие частички похожи на соду. Очень приятный запах. Действительно такой какой-то свежий и немного сладкий. В составе действительно экстракт алоэ, семена киви. Вот вы видите, что оно такое все интересненькое. Для душа, ванны отличный эксфолиант. На лето очень классная штука, нужна. И куда же я без новинки вот такой вот косметички красоты решила заказать с пробничками вот такая новая Lovelette сумочка. Давайте смотреть наполнение. Первое, что я вижу, такие нашумевшие на ютубе салфетки Neutrogena для снятия макияжа. Без алкоголя, отлично снимают макияж. Слышала ни одного блогера, тоже классно в дорогу взять с собой, но тоже буду пробовать. Lab Cos, я даже не знаю, что это за марка. Маска для очищения пор, я так понимаю, черная с углем. Чувствую, что она такая в составе, как не тканевая. Это просто маска с составом. Тоже интересно попробовать. Иногда такие штуки подсушивают сильно кожу. То я не пробовала, не знаю даже эту марку. Буду тестить. От Nessus был у меня опыт. По-моему, сейчас я добиваю этот шампунь. Шампунь мне не понравился, но это вот такая еще увлажняющая маска для волос. Марка, кстати, используется в салонах Нью-Йорка. Очень такая нашумевшая тоже. И популярная. В составе эластин, протеин, по-моему, икра здесь в составе. Тоже интересно попробовать. Она такая прям кремовая-кремовая внутри. Чувствуется какой-то состав. Я думаю, тоже ее хватит не на один раз. От IBY Beauty такой хайлайтер. Тоже пробничек. Давайте посмотрим. Откроем. Вот так это выглядит. Достаточно темный. Такой золотистый. Попробуем нанести куда-то. Ого! Но это прям совсем на лето, под загар, я думаю, отлично. Буду пользоваться сама, но он, конечно, очень хорошо переносится, очень хорошо набирается и очень сильно блестит. Так, это, я понимаю, две резиночки силиконовых для волос. Тоже интересный такой комплимент. Ну и два вот таких малюка от Pixi. Не скажу, что мне нравится эта косметика. У меня как-то с ней не очень сложилось после гликолевого тоника, который все нахваливали, а мне вообще как-то никак. Значит, это умывание, я так понимаю, глубокое. И лосьон с витамином С в мини-версиях. В умывании, я так понимаю, эксфолирующие частички какие-то есть. И в лосьончике витамин С, понятно, для осветления и антиоксидантного эффекта на коже, более яркой кожи. Интересное наполнение такой сумочки. И это был конец посылки, к сожалению. Но ничего, еще идет другая. Обязательно смотрите канал. Всем красоты, здоровья, берегите себя. До свидания.